Так. Жилище. Колхозеры. Это уже 4-й тур. Сколько вопросов государства знает, у нас тоже в Украине посреди мужчин. В 4-м туре первый метод занял только пару топ-сэм. Третье место на Войников Кубер, город Новороссийск. В результате четырех туров широким победителем стал Шевцов Андрей, город Геленджик. С результатом 12 баллов за все соревнования награждается памятник Кубка. Второе место занял Ковенко Павел Овсей. Результатом 13 очков. Одно очко проиграл чемпиону. Мыльников Игорь занял третье место. Новороссийск. Спасибо, ребята. До следующей встречи. До свидания.